Ебать. Да, блядь, Джеффри Раш это топ-пират, нахуй. Я таких пиратов нигде не видел, блядь. Погнали в институт шкаф поставим. Я уже лечу. Только я лечу с зоны 52. Сэр, да. Капитан, я вынужден доложить, что в команде ходят слухи о месте нашего назначения. Заткнись и убирайся отсюда, блядь. Сука. Ай, блядь. Всем привет. Здорово. Привет. Здорово. Здорово. У-у. Надо, блядь, как-нибудь второй раз переделать, только уже под актуальный контент. У вас фул? Да, Ну, кто-то заходите. так Да, заменил. заходите. Короче, следующий момент. Значит, те, у кого один персонаж, и они могут пойти завтра. Вместо них могут зайти те, у кого два персонажа. Делается это для того, чтобы... А есть место для ГМК? усилить второй рейд. Так, кто спрашивает? Миндарк? Заходите, все плюсуйте. Так, фокусирую свичнем. Пока мы бьем трэш, вот это все, эти все вопросы решайте. Кому надо, кому не надо, смотрите свой приор. Идем бить трэш пока что. Прими, прими, прими. Так. Фокусирую уже на завтра выходит. Босс, прими. О, я не видел. Блин, а я вот, короче, забился. Я тебе сколько должен тебе? А я вообще не ебу, блядь. Я не помню, нахуй. Блядь, ну ладно, хоть. Это, Вадь, сможешь посмотреть приор мой? Я просто когда запускаю, и ПГП как устаревший, блядь, у меня все лагает. Угу. 63. 63, 63. У тебя 251 ГП, 15972 ИП. Это я сегодня могу печеньку залутать, что ли? Ну, я думаю, вполне. Потому что Вадикон, Равис, Седжу, Бурима, Вилаша, и я, скорее всего, им не надо. А, скорее всего, залутать. Два можно. Ну да, он первый, по сути, на печеньку. Два можно добавить, по идее, даже. 50. Да, наверное, даже на две хватит. Печеньки. Такс. В соответствии с этим. Так. Кто может завтра? Вы смотрите, если вы сейчас ТТГ и ГМХМ не пойдете, это не значит, что вы это самое офаться. Потому что после этого, ну, если мы быстро хорошо закроем, мы пойдем и ВК пробуем ебануть быстренько. И там еще посмотрим, пару конкурсов придумал. Это самое, значит, Шаду, ты можешь завтра пойти в ТТГ ГМХМ? Бидарка возьмем, он вроде посильнее. Летаю завтра. Какой-нибудь лог может завтра? Ну, мифик. Я лучше сегодня, то что завтра. Ху его, лучше сегодня. Консилятор. А завтра то же самое будет? Да, то же самое, это ГГМ. Я тоже не факт, что завтра буду. Вот, ну, если завтра те же самые рейды, я могу, блядь, посидеть. Так, на замене, если что. Имейте в виду, сейчас правила перечитайте заново. Сейчас, если вы КД не ловите на рейд, вы получаете 500 ИП просто в конце РТ и все. И потом, когда пойдете на второй рейд, там уже получите еще full ИП за те рейды. Если не, например, не могу завтра, а сегодня на замене сижу, ну старайся, то придется тебе выплачивать ИП в конце. Не придется. Старайся попасть в рейд сейчас. То есть найти того, кто пойдет завтра. То есть, если тебе нужно получить. Но если нет такого человека. По-любому есть, по-любому есть. Я могу. Ну, рарник сомнительное дело. Вот. Можно, вот канцелятор, допустим, уходит. Вон еще треплеха хочет сегодня.
треплёха, подожди пока, ТТГ, ГМХМ, это самое, пока покури. На целка РС пока рассчитывай. И в танке. Так, этот самый. Консилятор на завтра. История, заходи. На кого тебе надо ИП? На ШП. Ну вот им заходи тогда. Так, миликов уменьшается количество. Эй, а тебе надо в рейд? Кто там еще есть? Что там? 10-29 тел. Призом тут нет? А какие пункты ты вот поменял? Ой, блядь, там... Там дохуя всякой писанин. Там так не было. Там не так было. То есть там написано было дохуя воды, как говорит топа. Всякая залупа была написана, блядь. Ну... Я там просто заново написал. Хуйню какую-то сделал. Так, вот рыба. Призон тут нет. Ты ДС-а будешь раздавать? Ну... Прикольно. Думаешь, таких людей много будет? Кто в два рейда... Я Хелла Равист. У меня есть персонажи и хил, и танк. Ну, вот это хорошо. Получишь ДС, значит. Еще и премию рейдерскую. Ладно, это самое... Призон, ты где там? Здесь он, нет? Не нужен призон. Блять. Я же видел где-то его. Масло. Поспрашиваю кого-нибудь, если не будет, то дам. Шарните охоту, плиз, забыл взять. Блять. Я только что призона же видел, где он? Сука. Очень ЖКД спал, точно. Звание Вилаша. Так. Давай пать, наш эфир. Сейчас. Шадо, где ты, блядь? Короче, миликов мало, подъебало, будет трудно ставить людей. Этот, эй, я тебе надо сегодня в рейд или нет? Так и не услышал, или я пропустил чат. Так, да, я завтра на каток. Так, тебе надо в рейд. Кто может пойти завтра? Этот, World, можешь завтра пойти? У тебя один вроде перц. Или кто-нибудь, кто там? Какой-то лок, у которого... Ну, если есть хил, могу уступить. Так, ну, эй, это маг. Надо ДДшника менять. А, ну понятно. Так, консилятор завтра. Здорово. Здорово. Привет. Надо побыстрее с этим разобраться. Что там, желающих нету завтра пойти? У кого один персонаж? Я могу завтра пойти. Я завтра пойду. Типа, если сейчас такие дела, я могу завтра за ним залететь. Так, а кто это? Мидарк. Так, Мидарк. Так. Давай, Ранти, тебя свичну, ты сильный игрок. Мидарк пускай будет. Давай, эй, сюда тогда. Ранти завтра пойдешь, да? ТТГ, ГМХМ. Там тоже важный рейд. Надеюсь, Биг Дэм зайдет. Ну, не знаю, история желательно, чтобы урога тоже. Я могу зайти завтра, если хочешь. Да ладно, сиди, я так всех миликов уберу, мне подъебало будет некого ставить. Вон. Так, допустим, сов. Блять, как-нибудь вывезем, надеюсь. Треплёха. Да, треплёха, это самое. Ты ТТГ, ГМХМ, пока почили. Да, гламурчен. Могу вступить? Целка. Да ничего не надо. Чё там гламурчен? Рейд просит. А. Из треплёха печеньку забирает. Он забирает печеньку, нет? Нет. Этот самый... Авилания... У тебя один перс, да? Да. Можешь завтра? Одетый, да. Завтра, не факт. Так, а гламурчен ты завтра можешь? Диси нет. Ну, может, смотри, это, прочитайте там правила еще, кто не прочитал, еще раз напомню. Если ты сейчас сидишь на замене и в конце РТ плюсанешь, что ты на замене, ты это самое, 500 ЕП лутаешь. И завтра приходишь, и то, что мы проносим, еще фулл ЕП лутаешь. Ну, 228, сколько у него там? Это у кого один персонаж? РТ? Закладка РТ. А, информация и правила.
Не, ну так я могу уступить раздоп ЕП. Кто? Ну, а это получается выгодно только тем людям, у которых один персонаж. Один перс, да. А у меня пока что в гильдии один перс. А завтра что, вы уже без доп ЕП, типа? Почему? Доп? Ты сегодня посидишь на замене, не получишь КД, получишь 500 ЕП, а завтра в рейд пойдешь, получишь фул ЕП. Если да. У меня один перс, и я сегодня на работу, Леха. Тогда не, знаешь, получится. Ну что, на это я уже не знаю, что сказать. Это надо думать. Так, ну короче, 2-2-8 завтра. Че, Хант, ты хочешь? Арис, ты знаешь тактики? Нормально все, Хант? Да, я был здесь раз 10. Все, хорошо. Значит, танки у нас Ивилаша, Катрисия, Зози и Рарник. Рарник на трэше. Первый на боссе Ивилаша, второй Катрисия, третий Зози. Заходим внутрь. Кто на кубах? А, да, на туре я забыл. У меня вопрос. Слышно меня? Да. А в конце всех рейдов или каждого надо прессовать, что я на замене? В конце, когда кончатся все... Ну... Когда кончатся все концерты. Рейды? В конце РТ. Понятно, я... Короче, короче, будь недалеко, будь недалеко, будь на связи. Или в Дисе, или в рейд... Давай я в другую группу тогда пересяду. Если что, вы мне там свистните, я на другого перса перейду пока. Да, да. Хорошо? Хорошо. Вот. И когда это, ну, закончится, ты плюсанешь, что, ну, что ты здесь там. Зайдешь там в игру, чтобы я дал ЕП тебе за то, что ты сидел. Понял, понял. Вот. Давай. И когда приходишь завтра, уже проходишь рейд и получаешь еще ИП. Вот это сделано для того, чтобы ты сходил именно во второй рейд. Чтобы у тебя была мотивация получить ИП. Ну, если, соответственно, завтра не получается, то стараемся попасть в рейд сегодня. Ну, возможности тоже ограничены, в рейде определенный состав нужен. Блять, кто это нахуй? Давайте бьем. Значит... Вадикон, звезда. Ранист. Не лагаешь? Кружок. Притон. Ромбик. Рей. Угольник. А, там еще шелфир есть. Можно туда к двери? Если можно, конечно. А уже там. Шадоу, ты на луне. Так, в рей треугольник, шадо, луна, две совы и притон. Всё. Кубы поставил, еще раз озвучиваю. Значит, вадикон звезда, ровист кружок. Притон ромбик, в рей треугольник и шадо, луна. Свои кубы. Когда босс спулится, недалеко от них стойте. А танку что делать? Каком? Мне. Ты кто? Это такой ник, что ли? Зози. Зози. Ну, значит, твоя задача стаунтить босса во время каста. Каст очень быстрый. Как он там называется, блять? Сокрушительный. Какой-то удар, нахуй. Он секунду кастуется очень быстро. Твоя задача стаунтить станка по своей очереди именно во время каста. Если ты стаунтишь после каста, то по танку, с которого ты таунтишь, придет. Саны, давайте поактивнее. 20 секунд. Придет и этот сокрушительный удар, и еще придет по нему автоатака. После этого удара постоянно идет. Вот, так что имей в виду. 8 секунд активация босса. Первый... Тот танк на трэше держи, мобов. Первый Вилаша на боссе, второй Катрисе, Зози третий. По очереди. Да, что-то расслабились, долго бьете их. Пиздец. Да бичи в рейде, вон шадоу. И не добили, блядь. Неру скула? Да, конечно, давайте. Дина босса, Зози. Не надо тот мобов этих бить, бейте босса. Они сейчас исчезнут. Смотрите на вас, это... Печати Мактеридона, во время них, когда они заканчиваются, вот сейчас стоп-каст. Чтобы не проебали пол хп и пол маны. Ты хорошо друидом, блять, кидаешь ходки и все. Ну да. Вот, и ты сейчас с Катриси забираешь Зози.
Все, самое главное это выполняй, и все, больше. Ну, еще подводить босса надо будет к трэшу, который будет выходить, кроме скелета. Там определенно. Тот Shadow проебал ману, как дела? Нормально у тебя все? Проебал пол маны своей, как дамажить будешь? Каждый раз на печати говорит стоп-каст, стоп-каст, не кастуем. Вспышка 2 секунды, 3. По кубам встаем, готовимся. Сейчас каст закончится, нажимаем кубы. Все, босс сказал нет, только не снова, отпускаем кубы. Стопаем каст. Выходят демоны, все про босса забываем, все бьем демона. Прям зергаем вот этого первого пидора. И спылим проклятие. Что-то не вижу дамага по мобу, вы будете его бить? Сбить ему все косты, которые они кастуют. Второй вышел, их всего 4. В лужах не стоим. Зоди, забери босса. Я проебал, да? А, ничего, это какой-то дамаг получил. Что-то тебя кто-то выебал. Быстрее демонов ауешьте. Демона заберите. По мобам больше играть и косты им не давайте докастовывать. У вас дохуя рок всяких. О, нахуй. Разъебали пацана. Катрис, я сейчас тебя поменяю, треснешь этого. Седжу. Лапку дал. Пристабав и каску. Пусть на 5. По кубам встаем, готовимся. Зузи, веди в центр. Так, бесы вызываются. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. Босса пока что в центр. Ждем, пока все мобы выйдут. Прибавим ману, проебал. Пока что ждем, пока все выйдут бесы. Хелла, ставь тотем. Я устал, уже гимн сдала. Дал. Рано по бесам играете, ждите, пусть соберет всех. Сейчас они все выйдут. Когда из портала прекратят, выходите. Что там у босса? 5%. Все, 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 давай. Все, фулл АОЕ, заводи и босса, и бесов. Ну, в первую очередь через АОЕ играем. Босс потом переведется. Фулл АОЕ даем, не стопаем АОЕ, пока ни один бес, это, пока все бесы не сдохнут. И готовимся дать им стан. Бесы разошлись. Бесы, которые разошлись... будут кастовать взрыв, дайте им стан. Вот бес, который вдалеке, убейте. Все. Он на центр выходит. Давайте массакру, звездочки отходим, ждем босса. Бесов добейте. Которые живые. Два беса, все переключитесь, сука, и добейте. Как дела, блядь, слышно? Нет? РДД, блядь, прием. Кастует без взрыв. Убейте его. Он взрыв докастовал. Сначала трэш, потом босс всегда. Слушай, выходим на этой фазе получше. Тут никто в лужах не стоял. Еще и дамажим. Катрисия по я устала, Инер. Равист по Хэла. Зози по Бурибаю. Гер хочу. Врей проебал. Да, хорошая вещь. Всех боссов. Мне надо просто бесполезно. Я знаю, что шаманы свищи где-то берут рам, а где-то пушку по тебе. Ну так да, так и надо. Типа прок прошел, ты берешь пушку, и у тебя этот абсорб прока. Так же и с Волониром. Волонир прок прошел, берешь пушку 100 ТГ, блядь.
максимальный профит. Мидарк, ты где бегаешь, блядь? Он, наверное, кастовал, когда была печать. Словил дамаг. Не, просто далеко. Шадоу, давай гимн на ману. А, все понятно. Как будто РДД, блядь, не могут вблизи кастить. Поближе к боссу вставайте, чтобы цепуха и вся эта хуйня, буйный рост, все по вам доставала. Бачит, логодром какой-то нахуй. Так, я лут не поставил, да? Теперь поставил. Так, что там по хилу? Я первый, бля, я понял. Ну, такой, нет, я первый, ты под ДЦ. Что поделать? Почему 50% Мидарк? Странно. Пятьдесят процентов вы никогда не заберете, потому что люди по 10 человек 100 нажимают. Эта печенька, ну я не знаю, за 50%, ну это надо, чтобы рейд весь фуловый 260 шел. Тогда, может, и заберете. Интересуйтесь хоть, кто во что одет. Вообще хорошо, что сделали, что две падают вместо одной печати. Это прям замечательно. Тут он у нас... Так, а успеем мы поймать Адикона. Это не то, блядь. Не успел. У кого энчант, могу отдать. На энчант кое-что. Я сумку тебе хотел отдать, а у тебя уже дохуя таких предметов, блядь. Пиздец. Придется все отдавать и выкидывать. Так ты в боссе оставь. Так-то да. Так, медальон, что там, МП5 и какая-то хуйня, надо кому-то из хилов? Или кто-то успел? А нормальная, нет вообще тренинг? Ее тяжело раскрутить, очень тяжело. Да хуй знает, я вот не шарю, она, блядь. Ну, очень ситуативная. Чё-то рез, да, он такой, блядь. Если есть вариант, то лучше сердце плюс трение на МП5. Ну, смотря какой ты класс, если шаман, короче, то трение на хосту и сердце. Будет ли тебе лучше? Катрисия, блядь. Так, пока си закинул. Щит неплохой. Кому-то, может, кому-то надо. Вилания, тебе какой щит нахапали? У тебя какое-то говно, блядь. Ну, в принципе... Мысли 50... говно. Ну, в принципе, 58-й. Но этот-то получше будет. Да, в принципе, нет, наверное. На одну стату? Да. А у тебя баклер? Не баклер, наверное. Баклер топ, он потом апнется. Да, баклер топ вообще. Когда он апнется? Когда мы уже, блядь, будем фулл 284? Сейчас будет. Похуй там. 284 еще не скоро будешь. Очень не скоро. А баклер апнется вот, ну, наверное, скоро должен уже апаться. Когда кроют ЗС и ОКО, ну, топ гильдии, наверное, и ТГ апнут. Так, есть там сумон? Чё там? Чё там напугали, блядь? Сейчас, да, лечу. Бля, я что-то не вкуриваю, нахуя я к грулу летел тогда? Чё тут полемику, панику развели, типа в календаре там и ВК каждый день стоит. А. Не, ну я написал как рофл. Чё-то там кто-то заныл. Ты уже хотел подписку от календаря удалить, нахуй. Да какую подписку? Ну, календарь есть игровой, в нем я и ВК не ставил. Ну, это слишком заебно. А в Дискорде, в канале РТФ текстом, я поставил. Ну, скопировал, вставил вот это. Типа... Как он называется, блядь? Чё я там написал? Ну-ка. Если останется время до 20.00, хотя бы час, то бонусом идём в ВК 25. Задача убить Ануба.
Ануб несложный босс. Надо просто раздуплить свой мозг и понять, что надо делать. Это то же самое, когда вот учишься яйца жарить. Так сначала нужно достать яйцо из холодильника. Потом нужно его... Чего? Ну, его, а, нужно, его нужно разбить. Так нужно не раздуплить мозг, типа. Просто, ну, так, понимаешь, оно на том же уровне находится. То есть, получается, если люди не справляются с алгоритмами, что первое, что второе делать, типа, от действий там всего 5, то это значит, они даже яйца не могут приготовить. Так то ты есть... ничего не объясняешь. Понимаешь, блядь, ну, не объясняешь, не объясняешь. Ситуации разные бывают. Вот я не робот, чтобы... Ну, я тебе чтобы... конкретно говорю, что ты не объясняешь. Если, ну, вот ты хочешь убить Анубу с первого раза, тебе нужно посидеть 15 минут с ним и объяснить каждому. Вот, вот я тебе и говорю про это, что ситуации разные бывают. Ну, а по-другому и... мы его не убьем, просто пытаться я знаю. Всегда тебя плащи. Это кринж. Я знаю, ты, ну, ты не открыл Америку. Я ребят, это знаю прекрасно. Рассказывать смысла нету, надо смотреть. Надо смотреть, да, во время трая. По-другому... Люди, ну, до них не либо доходят. Видосик посмотрел, ну, так, либо, ну, страешь. Просто собери людей, пока вот они есть, просто включай видосик какой-нибудь там обучающий, пусть все смотрят, сидят в трансу. И потом здесь... уже после трансы, там, после 20 минут просмотра идем в ВК, и все. ХЗ, лично Вой чаще всего играет за танка, а танк где стоит? От жопы босса, и там вообще ни хрена не видно. Ну, на закупке хотя бы можно, есть возможность. Вот у нас он убит один раз без блокера, то есть уже когда мы танчили жуков. Можно тот видос показать. Это все можно. Но это все реально зависит напрямую от того, сколько у нас времени останется до конца альта. Если у нас все хорошо со временем, то есть мы там не вайпаемся 2 часа в ТТГ, там, допустим, это все напрямую влияет. Потому что если мы не закроем ТТГ, мы не пойдем в этот инст. Этот инст, он такой бонусный, опциональный. Ну, к примеру, я написал в этом, в системе лута, что если мы, допустим, убиваем 50 на 50, то мы плюс 500 лутаем. Так, за инст вообще 4 босса и ануп это 900 ТП. То есть плюс 500 это уже 1400, будет уже неплохо. Это как мы ТТГ пронесли. Ну и есть там ачивка, дань бессмертию называется. Если убиваешь... Никто не умирает. Да, и никто не умирает. То есть и при этом 50 попыток, то... Вот я написал... Это у нас тем более невозможно. Ну это сложно, но... Это все возможно, и это не сложно. Просто надо идеально знать тактику свою, свою роль. Не стоять, да, там... Да, просто, в принципе. Это просто, да, это реально все просто. Люди просто теряют. Все просто. Ну, к порядку... Потому что, ну, ты-то играл 100 тысяч раз, проходил. Да, это понятно. Ну, у тебя это все с первого раза не получится, это все понятно. Танки заберите, громилу. Громилу заберите там. Это все, конечно, с первого раза не получится. Но со временем, если туда ходить, это ставить как цель. Это как престиж, как, ну... Ну, я не знаю, вот, например, есть вот эти, как они, Dark Souls 3, там, вот, как пройти, допустим, и не получить урона. Всякие люди на Ютубе делают, проходят. Ну, ты с читами говорил, проходил. Я-то прохожу с читами, потому что я не хочу тратить 300 часов на формуление. Вот ты так же тут хочешь сделать. Да, это, конечно, идеально было бы, но, блядь, к сожалению... Побыстрее закрыть, то все. Но, ну, видишь... Это немножко другой уровень. Тут пройти вот это 50 на 50 и пройти в Elden Ring всех боссов без урона, блять, это, ну, совершенно... Так, а что проще, посмотреть один раз видос со всеми или каждый раз туда приходить и просто, не знаю, обосрываться? Это кринж. Ну, каждый раз ты так сказал, как будто мы 100 раз ходили туда, и у нас неизменный... 3-4 раза ходили. И каждый раз по 3-4 раза с разницей в месяц, блять. Ну, там, блядь... И просто, типа... Состав абсолютно разный. Жук просто... Ладно, ясно, сегодня увидим. Мы туда пойдем. Сегодня все увидим. О, у нас... Все, сливаемся. Чайник будет звучать, блядь, там, допустим, там... Седжу, пидор, зачем ты это... Спулил там... Ну, я, например, не до конца помню... Почему не напуливал, то есть? Да, почему не напулил? Ну, такую хуйню. Куда не напуливал? А там бывает тренинги, почему-то не напуливаются, блядь. На пол не идет, и все. Типа какого-то бага или что такого, то ли. Ну, посмотрим. Не знаю. На все должен быть ответ.
Так, что-то я затупил. Это луна. А, луна там. Ну, луна примерно недалеко вот от этой хуйни. Главное, смотри, чтобы под звезды треугольника тебя не откидывало. Так, выбора у нас нету. Каст у нас убивать может... Кого заставить? Энх? Шаман. Энх, короче. Ты садишься на луну и сбиваешь ей каст. Каст... Айо. Не все касты, а только один обязательно надо сбить. Это каст молитвы исцеления. Это большой каст. И когда он будет открываться, у него в конце будет каст. Там примерно за 10 секунд до закрытия будет тоже большой каст. Он там секунд 10 идет. Он шотает весь рейд. Вот а, Зози. Ой, это Вилаш. Вилаша будет на локе стоять. Хм. Чтобы скидывать эту хуйню без проблем. Значит... В принципе, можно ретаунтить нахуй, но я не знаю. Я танков напрягать сейчас не буду. Катрисия, твой король с Кеглером. Два моба, вон звездочка, треугольник. Соответственно. Значит, Зози, ты держишь луну. Рарник, ты держишь крест. Вилаша, держишь череп. Всем, это, для понимания, я устала. И Хэла, тотем и гимн, пожалуйста, вместе даем. Спешитесь как-то, чтобы вы, ну, чтобы это не давали. Голос есть? Устала. Я устала. Не знаю, вроде был, как-то не помню. У меня есть. Ну, ты просто скажи тогда. Ну, я не знаю, в принципе, Хела, ты же видишь ману. Не, ну я вижу, конечно, ману. Остальное... Когда наполовине будет, поставим. А, да. Чуть вот меньше половины. Остальное мы будем и дырами добивать. Так, значит, и всем информация, значит, не... Так, вот рыбка, пока что ешьте. Не бить босса, пока на нем не набрано агро. Если нет омена, то вообще не бить босса, блять, пока секунд 30 не пройдет. А на пул у нас ренжовый только один. Если босса милики не бьют, то на пул двух рок от него, ну, нет у него. Все, проверка. Я какой-то уставший. Вроде весь день спал, блядь. Так. Ну, ты не один такой, он, я устал тоже есть. Как-то вообще это... Так. Все готовы, да, отчет. Никто не двигается, four, кроме танка. Three, two, one. Смотрим, кто первый откроется из мобов. Открылся череп. Собак позабирайте, кто там, Катриси, чтобы они не убили хила мне, блядь. Позабирайте кто-то, на танки, пол, давайте, рарник, еду. Рарник, позабирай. Диспелить пошли. Первый по диспелу 200 ИП. Быстро диспелим, маги, работаем, друиды. Да хуя время, не хилить тоже надо, первый точно не буду. О, как диспел пошел, блядь. Диспелим, блядь. Ебать. Просто из-под носа спизживают. А мне еще и хилить надо, нахуй. Диспелю вместо этого. Если бы я не диспелил, блядь, дольше бы диспелил. Так, было там косноязычие? Да, висит. Так, опять олм активный, не знаю. Ну, нормально, не шотает, заебись. Это он потому, что собаки исчезли. Да. Ну, раньше был как табак, что они это... Ну все, добиваем этого гуся. Сейчас диспел посмотрим, кто выиграл. Так, диспел, сеивание. Эй, я 34. Ну, конечно, хилить-то не надо. Ну да. Я причем на втором месте, 31. Ну, 200 ИП. Хорошо, одной проблемы меньше. Можешь пойти короля забрать с Киглера и отвезти куда-то вот в дымок в этот, где локовский портал рядом. Этот. Да лучше поменялись бы. Кеглер, треугольник, все на треугольник, милики тоже. Только аккуратно. Только аккуратно от этих отбегайте от молний.
Молитву не сбивают. Не сбивают молитву? Шаман, иди на луне стой. Валиант. Иди на луне стой, и там побьют босса без тебя. И сбивай молитву. А то она захиливает, дольше бьем просто. Ну там, не сказать, что много захиливает, но все равно, блядь, неприятно. Не помню, сколько она резает, ну 1300 или может лям, блядь. Все равно дохуя. Так, захиливаемся. Так, открылся крестик, бьем крестик. Рейндж немножко наберите друг от друга. Чтобы ему эти. И от треугольника, которого били, подальше отойдите. Потому что он у него рейнджа 30 метров он откидывает. Или 30, 35, я не знаю. Вот это в рейде, блять, бомба у кого-то нахуй. Выйдите с рейда с бомбой. Сука, надо себе буду добавить эту хуйню, чтобы называть прям ник человека. Этот скиглера уберите. Че с скиглера? Этот уберите. Я устала на ману. Гим. Шадоу на хп давай, гим. Страховочный. Так, стонти, стонти. Все, кеглера идите, добивайте. Сейчас добьете. Так. Давай, ровист по Авелании. Вадикон по я устала. Ну и Зози по Бурибаю. Можете не отбегать от Кигдера, я отошел от него. Все, чилим. Если активируется крестик, то от него отбежать надо, но я по командному порезаю. Синяя джага есть. Активация через 3 секунды. Крестик активировался, бьем крестик. Мифик с бомбы. Мифик не выходит. Ну я вообще в боку тут стою, тут рядом шаман стоит, ой, этот хан стоит, ему пофиг. Ага. Что я сделал? Не-не, достойно. По ушам ему, блять, по ушам. У кого массы? Ну, так дело в том, что уже третья кинулась. Везунчик. Так, давайте готовимся сейчас захиливать. Мидарк, готовься, будешь на хп читать. Мидарк, читай на хп. Три по глаза бьем луну. Че, у вас тотем был уже все, да? Да, ставили. Че-то хилы сухие. А хули, блять. Можешь посмотреть избыточного, сколько у них. Не, так я сам хил, я понимаю. А, ну вот посмотри. Долгим. Долго бьем еще, мне кажется. У кого там иннеры есть? Вот этот каз сбить. Ну, он по Авелании дать, да и по Бурибаю, в принципе, есть. Чатикал. По поводу того, что в удилке писали, у нас ДПС не хватает, то пиздёж. Тактика хромает. На чё не хватает? На чё ДПС не хватает? Ну, на то же леди, типа. Ну, в целка 25 хм, типа, нехуй ходить. Нет, потому что ДПС не хватает. Я только про ЗСОК писал.
ЗС, ОКО, ЗС... и то, это каратрес и этот. Там хватает на 4 босса. Там хватает на 4 босса. Не знаю, как каратрес, надо прийти смотреть. Потому что там немножко таймер. А про ДПС, типа, вы говорите, не хватает на леди, потому что мерить меньше надо. А то все умерли, но да. И, конечно, нет ДПС. Там очень дохуя зависит от... Ну, напрямую вайп зависит от хлопков духов. Если их ноль, то вайпа просто не будет. Вот. Ну и второе, это контроль. То есть, соответственно, если три человека в контроле, они в контроле, то есть они не разъебывают рейд, и рейд их не разъебывают, то никогда вайпа не будет на леди, вообще никогда. Там единственное, меня интересует на волноступе ДПС наш. Ну да, волноступ там, наверное, жирный, блядь. Еще и трэш надо уешить. 148 мультов. Да. И трэш по ляму. Побольше, короче, элимов, и все нормально. Там какая-нибудь уешная хуйня за уешит. Там, ну вот трэш. У них вообще прямая уешная херня. Я просто вчера полночи сидел, смотрел ЗС-ку. Те же эти. Но в Мерси у них на волноступе 620 рейдового было. Ну, это этот самый. Там мобы, они живут, у них дохуя хп, и они живут долго. Да, и по ним постоянно идет АУЕ. Так а у людей АУЕ по 40 тысяч, по 30 тысяч, типа в порядке вещей. Ну, там у анхоликов под 80к было. Ну вот, и за счет этого и есть 600 тысяч. Да, там дохуя ДПС. И при том, что и босс, ну цель-то первоочередная босса убить. Потому что если ты его дольше бить будешь, ты будешь просто уешить нахуй. Надо какой-то баланс. То есть это надо еще прийти смотреть в классах. Как чё. Так-то босс несложный. Он еще телепортирует там. На некоторое время игроки выбывают. Там немножко тайминги поменяли, мне интересно, ДБМ кто-то делал под X4 уже? Там, да, там, короче, ДБМ конкретно пиздит, особенно на волноступе, там берса раньше. Угу. Там берса 8 минут. Самое классное там рыба вообще, блять, можно одним пальцем играть. Рак-то. Мы так и делали, помню. Рак-то этот, который на деревяшках. Ну рак это в гире, в обычке рыба. Стойте, стойте, подожди. Пока не пульт, сейчас раскидаю, чтобы ты побежал. Они в инвизе побежали. А, ну в инвизе можно. Так, следующий шадоу. Ну, хоть присты одеваются. Я пристов люблю. Хороший класс. И гимны, и ДПС хороший за счет Т4. Ну, ты маловато даешь пока что. Целка РС-ку придешь, там полутаешь. В итоге ты треплёху научил ДПС. Блять. У него... Мы тогда ему 4 камня сделали, он там купил камни. Надо еще это сам. Так, это на распыл, кому это, блядь? Я ему говорил. Бабычку. ГМ. Тип там, короче, 263 был Элем. Вообще кнопки не жмет. Или ротацию просто не держит. Почему-то постоянно молния бьет. Ну, блядь, зачем? Ну, может, люди есть такие отсталые. Ну, все отсталые. Очень проблема очень. О, зачем ты мне накидал это? А, это не это самое. Энчант у меня напали. У кого энчант есть? Патриси. Давайте на почту. Патриси, да. Все, побежали. Сейчас надо решить серьезную проблему. Надо поставить подъебало людей. И чтобы еще руки кто-то закрывал. Кто это будет? Так.
хватит, что за приколы? Главное, что блоки пробежали. Где локи у нас? Вон бегут. Падаем быстрее. Далеко сильно не растягивайся. Вот тут у трубы встали и стоим. О, вы чё груля спулили? Да, быстрее убьет. Ну, он сейчас даст нам и всех из инвиза выбьет. Да. Все, вайп. Сейчас шаман какой-нибудь. Так я притон отдал, Диман. Не заходите в инст, там бой, если что. То призрак. Сейчас нужно, чтобы мобы это выделились и босс выделился. Вот, выделился. Вон диван есть. Да это, да. Может, пусть они там чуть пройдут, чтобы... Давайте, масрез. Посуманем их. Масрез, хули тут сумоним. Ребята, если я прям рядом с жрецами, мне как? Вставать? Да, вставай, сумоним. Я прям за ними, я... Сумонете меня? Да, да. Спасибо. Так, ладно, вы пока сумонитесь там. Я сейчас пораскидаю, кто где будет стоять. Так, ровист в кота, наверное. А, поставьте Дживса. Так, его дикон подъебало. Ну а кого я еще могу подъебало поставить? Больше никого. У меня есть хломобот, надо? Да, да, что-нибудь починится. Так, на боссе будут. На боссе будут. Спасибо. Да, давай-ка тряси в кота. Ну давай, значит, Рарник и Вилаша в танках оставайтесь. У нас получается, у нас нету в третьей и четвертой группе танков, которые будут закрывать постоянно ПД. У нас остаются только 3 ШП, 3 Лока, 3 Мага и Хант. Поэтому... Ух ты, ебать. Поэтому, так как это, это звучит символично, так и будем делать. Первые руки 3 ШП, вторые руки 3 Мага, третьи руки 3 Лока и потом Техни заново. Депорт. Заново повторяем. Места, где будут появляться руки. Ставлю метки. Значит, на площадке здесь. Под правой ногой босса. Вот здесь. Сзади. На площадке. Здесь. И там еще может быть. Там в ромбике может быть две. Соответственно, в центре может быть. И самая далекая метка может быть... Там, где потом будет огонь, там больше их не будет. Но с пула она примерно минуту может кинуться. Ставлю луну. Вон, вон там видно, да, все. Это места, где появляются метки. Расстановка. Значит, Хант, ты на подстраховке. Один раз закрыл руку, второй раз не идешь, чтобы не сдохнуть. Значит, имейте в виду, это очень важно. Значит, анонсить. Кто носить будет? Рарник поносишь, когда забегать, когда выбегать эту хуйню? Посмотрим. Я не знаю, бегать не буду. Ну ты ж так, ты стоишь, танчишь просто этот вторым по агро стараешься. Танк привязан к какой-то метке или все подстраховывают? Любую, до которой люди не успевают добегать, смотришь. Если добегают, если успевают добегать, то стоишь. Если кто-то не успевает, ты отпрыгом назад, отпрыгиваешь в эту метку и закрываешь ее в экстренном порядке. Понял. Значит, еще раз. Значит, ротация, значит, рук. Значит, первые руки маги закрываете. Вторые руки присты, три приста. И третьи руки Локи. И так чередуетесь по кругу. То есть после Локов опять магия, потом опять присты, потом опять Локи. Вот. Символично, что у вас по три. Нету миликов у нас. Вот. Значит, это самое. Теперь расстановка, как вы будете стоять касательно каждого класса. Значит, притон всегда между звездой и кружком. То есть поближе к жопе босса. Либо налево бежишь, либо вперед под правую ногу босса. Так. Пироманша, ближе к треугольнику. Если в ромбике две руки, бежишь туда. Если в луне рука. Ну, там огонь разольется, там, в принципе, или хант, или кто-то, блин, конется, это закроет. Тут туда посматривает тоже на правую сторону. Ну а так твоя позиция треугольник и смотришь на ромбик. Ну и этот мифик тоже позиция треугольник и смотришь на ромбик. Потому что там частенько две руки появляются.
Значит, присты, Шелфир, твоя позиция. Треугольник, ромбик. Мидарк. Звезда, кружок. Смотришь либо вперед под правую ногу босса, либо налево. Шадоу. Треугольник, ромбик. Вот. Потом магия. Ну, у вас блинки есть. Ну, давай, значит. Эйя. Треугольник, ромбик. Сзади стоишь. В рей тоже треугольник, ромбик. Смотришь центр и ромбик. И World смотришь звезду, кружок. Значит, из хилов. Холи Пауэр. Ты вроде ШП в один какой метке сказал. Треугольник, да. Ромбик. Да, потому что там частенько в ромбике две руки появляются. Ну, короче, мы с Шалфиром рядом друг друга, если что. Так, дальше, значит, хэпалы. Хэпалы стоите, нон-стоп кастуете по танку. Я устала, и Войд. У нас это опционально. Если что, будем бегать. Я устала, стоишь возле кружка. Если вдруг там никого нету, там закрываешь. Ну или просто в кружке стой. Если стой, уже дебаф выбежишь. Ну, Хэла тоже кастуй. Ну там поглядывай. Вот я буду на звездочку смотреть. Возле звездочки буду стоять. Так, когда выбегать, когда забегать. Самое главное, помним, сейчас после этого, после обжигания печкой босса, у него сразу сотка накапливается, он дает сразу ошеломляющий удар, то есть адский удар. Первый адский удар вы спину босса бьете под ебалом, только два танка находятся, и ваш эрарник. И потом уже забегаете, и нужно, чтобы ошеломляющий удар попадал по 10 целям. 10 целей — это вот люди в первой и второй группе. Никто из вас, первая и вторая группа, не должен попасть в руку, которая в кружке появляется. Потому что если вы замедлитесь и не успеете забежать под ебало, удар попадет не на 10, а на 9 игроков, то мы выпадемся. То есть... Так, все. Давайте проверка, посмотрим. Кто на боссе? Невилаш. Мифик, Рарник. Готово? Рыбу не ставил, да? Сейчас поставлю. Я ставил. Да? А, ну все. Мифик тут? Написал, что ему там отойти надо на 2 минуты срочно. Ну, уже больше прошло. Ну, это пару минут назад было. Уже, блядь, прошло 5, уже 4 минуты прошло. Мифик, прием! Давай на него череп поставим. Да? Цель номер один. Синие эти, как они. Ренегаты, бейте его. И спать, и выкиньте, и бейте. Маги, если два раза закрыли, если глыба в КД, сообщайте об этом. Че у него там? Может, без него? Дерса у босса 10 минут. Что важно. Так-то можно, блять, без него начать. Рарника я принимайте. Попробуем. Хули. Все, кроме мифика, готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Он вообще вылетел. Он вылетел. Ну, тогда бьем так. Пускай заместнет, это хан закроет. Да, на хан посмотрит. Забежали все. Так, руки закрываем. Справа, ну ёбана, кто там? Не закрыли одни руки. Там двое не закрыли. Блять, вы совсем мудаки, нахуй. Ну, в луне было двое рук. Ложимся. Падать. Блять, эти ёбаные дебилы, сука. Алло. Алло. Это, да сейчас, блять, интернет конченый какой-то. Давай. Я вам объясню один раз, нахуй. Бичи, сука, сначала закрываются три ебаных руки в комнате, нахуй. Потом, нахуй, бьется босс, блядь.
У этой хуйни периодичность есть. Вы это по кругу действия повторяете. Закрыл, дамажишь. Блять, поставил метки, где руки появляются. Хуй нарыло, нахуй. Почему вы так делаете, блять? Вы хотите, когда он и тут вайпаться, блять? Сука, пуги, нахуй, 240 сюда приходят, закрывают, нахуй, что шуба, блять, свистит, блять. И все это с первого трая убивают, блять. Почему вы не закрываете нихуя? Вы, кто руки закрываете, встаньте вот где сейчас босс стоит по центру. И вам ближе будет добежать, если что, до той правой печки. А то хули стали с левой стороны все. Блять, вот только не... Я не хочу верить в то, что если двух танков нет, которые на постоянной основе только руки закрывают и нихуя ДПСа не вносят, мы не сможем это сделать без двух танков, нахуй. Убить этого ебаного босса. Я прям не хочу в это верить. Вы меня расстраиваете, нахуй. Это получается, мы совсем даунгрейды какие-то, блять. Кто даунгрейд, плюс сейчас, пожалуйста. Да кахули будет меняться, ебать. Чисто звание гильдии. Я не знаю, какого вам пропиздонов ставить, ну... Не знаю. Короче, вы под прицелом, все 10 человек, 3-я, 4-я пати. Поднимите, пожалуйста, там брей около мобов лежит. Бомж... Я не добежал. Бомж какой-то сдох. Я чуть не добежал, не хватило чуть-чуть места. Так. Димы а есть что-то типа Дживса? Поставьте Дживса, починитесь. Бля, 5 минут до хлама. Вон он стоит, чинитесь. Рыбу ешьте. Так. Чё за хуйня? Какой нахуй атлас лут, блядь. Ебло, блядь. Мне надо банку выпить, он мне атлас лут пишет. Да иди нахуй, блядь. Не буду тогда пить. Правильно. Не пей. Меня ебаная. Да какой-то бред, блядь. Все, проверка. Вредная для здоровья. Все готовы? Даю отчет. Я, сука, вижу, кто закрыл, на ком хрупкость дебаф вешается. Я вас вижу, блядь. Будете слакать, нахуй. Вот я возле звездочки стою недалеко. Так, сейчас бутанские готовимся. Его надо прохилить. Оп. Забежали быстрее, быстрее. 10, хорошо. Криво как-то стал. Он руки, блядь. Вот видите, да? Одна под боссом, одна где. Закрыли, да? Слава. А что это такое, блядь? Что с боссом? Ты босса пере... Ну... Повернулся. А чё вы? Чё за залупа это? Меняйте, что-то делайте, блядь, чтобы нормально было. Если чё, дальние руки. Блядь! Закрыть. Уходите из-под босса. Это... Переведи босса, сделай нормально. Опять руки в луне не закрыли. Я в ахуе, блять. Вы дрочите, что ли, или чё, нахуй? По себе диван давай. Масрез давайте. Бля, я в ахуе, блять. Я не знаю, с луны почему-то никто не закрывает никогда. Там они появляются два раза. Кого-нибудь поставьте одного туда и путь закрывает. Пизда, я просто в ахуе. Две руки есть. У вас вообще мозг есть, нет? Я же говорю, руки надо закрыть, блять. Как это, ну, я не знаю, как, сука. Когда руки появились, босс всех пнул. Потому что в нашу сторону был повернут. Босса, вот, поворачивай на угол. Ты его спуливаешь, вот, со стороны кружка он у тебя идет. И ты его, получается, смотри, вот, это ты, Вилаша. Вставайте там, дали масрез, нет? Или чё там? Ломасрез прожмите, ёкаламане, блядь. Чё? Да КД, блядь, на людях, ёбаный свет. Так не на всех. Ну да. Его прожали, кто смог, встал. Ну тогда покидайте тело, сейчас сумнём блоками. Ты его вот ведёшь с кружка, да? С кружка ведёшь, доходишь до кружка,
до решетки и идешь в уголок. Вот он у тебя должен смотреть, жопа босса должна в кружке находиться, и он от кружка должен смотреть на уголок. Чтобы он давал вот эту волну туда, в стену, а не в нас весь рейд. Это хуёво стоял. Если он меняет положение, если какое-то говно какое-то происходит, то ты после ошеломляющего быстро его выравниваешь. То есть ошеломляющий взорвался, ну то есть людей откинуло в угол, ты его выравниваешь. Цикаем на сумму. Где шкаф? Пропал. Ставим еще раз. Блять, просыпайтесь нахуй, если руки не будете закрывать. Короче, это последний трай, блять. Сейчас. Короче, я рад, ебал. Давай я на печку встану. Кто? Мидарк. Ну я просто на звезде и печеньки был. Вот, я на этом трае, блять, вообще закрываю. Вставайте, как хотите, мне поебать. Самое главное, чтобы были закрыты руки. Вас, сука, 10 тел, нахуй. Ёбаный позор, нахуй. Тут не убьется, тут я вас троих не смогу одновременно за ручку провести к рукам, нахуй. Бомжи ебучие, как вы этого не понимаете, нахуй. Поэтому, блядь, разуйте глаза свои, блядь, третья пати, 10 человек. И сделайте так, чтобы рейд закрыл этот рейд, нахуй. Потому что мы сидим здесь, как дауны, блядь, проебываем время, блядь, на хуйню, на полную. Это делается все несложно, блядь. Зашел в руку, закрыл, блядь. Второй раз зашел, тучку отдал, закрыл. Второй раз зашел, с глыбой скинутый, закрыл, блядь. Лок зашел один раз, закрыл. Стоишь, ждешь минуту, блядь. В следующий раз руки появились, пошел, закрыл. Сука, ну нихуя сложного. Сейчас буду говорить, кто не будет закрывать. Три человека, которые дебаф стоят, они не будут закрывать. Если есть возможность тучки или глыбы, сразу скажу, чтобы это... Этот. Бафы там быстрее. Ревиз готов, рарник тут. Ревиз готов. Каску дайте, что там за хуйня. Все, отдаю, а что тут каска есть. 5, 4, 3, 2, 1. Так, сейчас адски. Подъебало. Руки. Вон руки, блять. В центре две. И в луне, нахуй. Молодцы. Так. Значит, Шалфир, Мидарк и Пироманша не закрывают. Остальные семь тел, нахуй, третья, четвертая патча. Следующие руки ваши, нахуй. Меня прям не ебет, ваши руки. Убежали за спину, за спину. Так, везде закрываем. Все три руки должны быть закрыты. Обжигать так. Надо было. Бля. Сейчас будет адский. Хант, я следующую руку не закрою. А мы без печки, да? Я понял. Да, вон она прошла, печка только что. Видишь, скинулись стаки. Ушли справа. Хант ушел справа. Быстро. Ёбана в рот умер. Не в курсе, да? Наверное. Не, этот нет. Так, это я под дубовой закрыл второй раз. Чуть не умер, но. Сейчас руки не закрывают пироманшу. Бежали за спину уже. Врей, Эйя и Мидарк. Закрывают следующий шадоу, мифик, притон, софир. Обжечь надо. Печка. Она час работает, печка. Ну, покрутили босса? Нет, он не обожжен. Ну так обожгите, блядь. Вилаша, ты покрути босса-то. Сейчас еще адский побежали, будет. Побежали. Руки. Вот, быстрее. Убежали. Вы бежали все.
Так. Мифик больше не может закрывать. Резко. Так. После следующего удара. Вот Вадикон, иди резай ханта. Так, закрой. Руки. Хант, вставай. Каску лапу приступав, обновляем по людям. Все это по кругу убежали, повторяется. Убежали, убежали. Печки еще не было. У тебя печка будет. Главное, чтобы она, походу, два раза адски будет. Это хуево. Руки. Вилаша убила. ГЦ. Террарник что, не с ним стоишь? Урон не делишь? Что-то не понимаю. Ну а почему он сдох? Это какая-то залупа, нахуй. Я не знаю, блядь. Какое-то говно, нахуй. Я хуй знает, как это прокомментировать, блядь. Вы дрочите, что ли, или чё, блядь? Дай ему срез. Топа, почему у тебя в детейлсе нет? Ну, в рекаунте есть. Спрятался. Он в детейлсе свой ник удалил. Дайте столик магии. Пыль кончилась. Вот я про это и говорю, нахуй. Тут сидеть 2 часа, это смысла нету, нахуй. Сейчас то танк не обжигает, то еще какая хуйня. Если у тебя не обжигается, босс, подвигай его право-лево, побегай. Не обжигался, блядь. Тыкните еще раз. Ставлю рыбу. Да есть же рыба. Да я не вижу. 3 БР-ов, КД, как вам такое? Хан, ты что, блядь, не знаешь, что там огонь, шарик прилетает, что оттуда выйти? Кто дышит, нахуй? История, ты что? Нет, блядь? Я всегда слева стоял. Дело не в этом. Дело в том, что прилетает шар, разливается огонь, оттуда надо выйти. До того, как огонь разольется. Потому что он убивает. Теперь буду знать. Ну тыкните, ебаное все. Все тут одно, ну, действие однотипное, все по кругу повторяется. Нихуя сложного в боссе нету. Давайте играть нормально, блядь. Все готовы. Не-не-не, каски надо. Давай. Скажешь, раздашь. Полтора часа нахуй геймхэм нахуй. Локи СС раскидайте. А я СС в прошлый раз по тебе давал. Ну сейчас раскидайте, у кого есть. На кого бог пошлет там. Кого-нибудь. На важных людей кидай. И Вилашу нельзя проебать, вы имейте в виду, я устал, а там подкаст, чтоб щиток был и исповедь летела. 2 хэпала, я не знаю, как у Вилаши падает. Не, ну там только есть террарник отошел, блядь, в сторону. Только так он мог упасть. Какую-то крой вампира, ключ там нажимай, когда 50 стаков. Так, ну, не знаю, что я еще раз готовность нажал. На верную верочку. У меня уже нахуй мозг плывет, блядь. Верочку. 3, 2, 1. Дерса 10 минут нахуй. В первую очередь руки закрывать, потом будем смотреть, какие шансы у нас. Будем упираться нахуй. Пойдем нахуй ТТГ чилить нахуй. Без 2 печенек. Каругер начнем фармить нахуй. Руки. Так, везде закрыли? Везде закрываю. А как они называются? Кто? Зов камня. А, все.
Повела вот Хильти. Хильти хорошенько. Две частицы есть на него вообще? Чуть не могу курить. Да, есть. Не должен проебать. Щит земли, я устал, смотри, блядь. Он так не должен просаживаться. Должно сразу подниматься хп. Это мейн танк. Босс, руки. Босс не таунтится. Если он умрет, убежали, то убежали. Нас ждет вайп. Это без. Обожгите его. Вон печка обожглась нормально. Так, адски захилим. Вернулись. Роки. Блять, не закрою. Сзади закрою. Ага. Страховочки подбежал. Не ставил дебаф. Так, сейчас дебаф вижу на. Бля, я две руки закрыл. Убежали, уже. Убежали, убежали. Если закрыл две, не закрывай следующую. Следующие закрывают пироманша, шадоу, мифик, эйя и ворлд. Этого хватит, нахуй. Четыре человека с руки. Головой. Вот, убежали закрывать. Вот. Две сзади. Печка. Обжечь надо, в смысле, там 28 стаков. Вон, вон обожглось. Садский будет ли этого опять. Вышли, убежали, вышли. Убежали, вышли. Убежали. Забежали, забежали, забежали. Хелла, ставь тотем, я устал гимна мана. Инра все друиды в КД развешайте по хилам. Руки. Вторую руку закрыл. Звезде. В звезде следующий смотрите, я не закрою. Вон там. Сейчас с дебафом. Следующие руки закрывают. Хант, Эйя, Врейм и Дарк Шалфир. Этих людей хватит, которых назвал. У остальных дебафы. А мы без Геры бьем? Убежали, убежали, убежали. Я не ебу, блядь, мне похуй. Закройте. Сзади, да. Сзади звезды, сзади звезды. Зашел кто-то? Не вижу. Да-да-да-да-да. Угу. Твоя, блядь, хилю не вижу. Так, а? После этой хуни сразу адский, да? Забежали, забежали. Да он сразу был, он сейчас чуть погодя будет, уже следующий шламляющий. Хорошо, прожимочка есть. 40 лямов еще бить. Так, у нас 4 креста. Значит, следующий адский будем страховать. И первый это будет делать Шелфир. Дальше там послабее ДПС. Так что ждем. Адский. Убежали, следующий. Убежали, убежали. Так, Шелфир, готовься. Когда первые тики пройдут, там по рейду, ну рейд немножко просядет, начнешь гимн хп читать. Готовься. Урок еще будет. Так. Забежали, забежали. Читай на хп этот Шелфир. Блять, а кто тебя убил-то, ёбаная в рот? Я начал читать, и там руки запомнились. Ладно. Так, Рави, стрессай Шелфира. Верим. Я до 2 минуты в Рависа. Да как так-то, блять, я тебя не вижу в КД. Есть. На том поле мы дали на рейс. Катрисия. Катрисия. Давайте, не ебланьте нахуй. Катрисия, Шелфир, Ареса. Вставай. ДПС надо. Да, просто сейчас со шлобления не придет. Куда? Да что это за хуйня? Забежали, забежали, забежали. Еще кто-нибудь, Медарк, мертв. Медарк на хп быстрее. Да ебаный в рот нахуй. Нету. Я плиту зайду. Да как нету нахуй? Кто вас просил-то сдавать, блять? Ёбаные мудаки, блядь. В мели встал кто-нибудь? Да, 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 да. 10, блядь, повезло нахуй. Пизда, дайте, блядь. Дайте пистобаф, у меня ман нет. Гимн отдал. На ману. На следующий адский я устал будешь на хп читать. И все друиды там спокойствие и как-то хилимся, все свои прожимки отдаем. Потому что очень сложно будет захилить хилам.
И хилы что-то сухие, что с тотемом там. И нрав все раздайте. 2 минуты. Убежали, убежали. Так, руки везде закрою, сзади закрою. Я не закрою. Кто не закрыл, блин, вы ебанулись. Сейвы, сейвы. Сейвы, готовимся. Фул сейвы. Гимны на хп, я устал, читай. Убери. Пизда, как это напряжно, нахуй. Родовенько. Потный какой-то рейд. Нормально, квест сделал. А ну, конечно, проще, когда у тебя 2 человека закрывают и не паришься. Ты, ну, в плане ДД больше выиграешь. Так ты, конечно, проебываешь, блядь. Бля, квест. Еще вот это забегание, блядь, туда-сюда, нахуй. Это вообще пизда. Спасибо за квест. Да-да. Я тоже так бал провтыкивал. Что, сейчас ТТГ? Да, конечно, ТТГ. Дайте порт. Так, это говно кому-то в Катрисе. Так, всякая параша выпала. Топа, где 3 трикса? Топа это Норлин? 3 икса ты имел в виду? Топа это история, он переименовался. А. Понятно. Ну, истории спрашиваю. Так, значит, ЕП. Ну, я тогда понял тебя. А чё, у нас 1200, да? Вроде 1200. Может, танка я кидал, глянь там, или что-то так. Классно, у тебя макрос. Чё? Этот самый... Так, кто там? Не, бывает тыкают. Рарник, Хэлла, кто ассистил ещё? Кто считает, что он за рейд помог? Хорошо. Рарник, Хэлла, да? Ладно. Ну, первый ты не считай, потому что я в танк его отдаю. И плюс ты падал, ты там, видимо, был вот этот просвет. Один раз, может, не кинул, там как раз было. Так, сейчас я релогнусь, а то у меня что-то даже камень не юзается. И в ТТГ летим. Не знаю, там сейчас... Бля, из Ренегата встал. Вечная проблема Сируса. С инста выйдите, Энх, я устал, на стресс, портанитесь отсюда, чтобы можно было сложность сменить. Сейчас я логнусь, портанусь и постараюсь сменить сложность. Да вроде из Гера, по-моему, пускают ТТГ, блядь. Потому что там режим или сам переключается. Обычно его нету. Да, там просто нету там одну ТТГ. А будет, интересно? Чё? Гер ТТГ? Ну да. Там, на фоне, ну, там это, на замену там кто был, сидел.